Приятный повод для визита. Губернатор Дмитрий Артюхов посетил Новый Уренгой. Здесь он вручил ключи от квартиры новоселам. Здание по адресу Арктическая, 31, было построено специально для переселения из ветхого и аварийного жилья, а также для специалистов бюджетной сферы. Всего в многоэтажку переедут 322 семьи. Но первыми новенькие квадратные метры начнут обживать медики и полицейские. Юлия Шаркова с подробностями. Торжественная атмосфера, на лицах людей радость. Многим еще не верится, что сегодня их семьям вручат ключи от квартир в новом доме. Эффект нереальности происходящего усиливают гости, посетившие мероприятие. Поздравить новоселов, среди которых медики и сотрудники полиции, лично приехал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, а вместе с ним глава города Андрей Воронов. Когда что-то случается у нас, когда нужна помощь, вы всегда первые, кто протягиваете руку. Очень важно, чтобы вас всегда дома ждал уют, комфорт, чтобы вы не думали, в каких условиях ваши близкие. Это наша задача, такие решения обеспечивать, чтобы служебный фонд служебного жилья пополнялся и возможности для ваших семей улучшались. Я искренне хочу пожелать, чтобы в новых квартирах был уют, благополучие, появлялись новые дети, чтобы все было хорошо. Поздравляю вас. Искренне слава благодарности, Дмитрий Андреевич, в первую очередь вам за то, что действительно к программе жилья относитесь очень так внимательно и скрупулезно. Рассматривается вопрос не только переселения аварийного жилья, но очень много социальных программ, в том числе и, конечно же, спецфонд, который так нужен нашим врачам и полицейским. Вот, искренне слава благодарности строителям и большой команде, которая занималась этим домом. Всех с таким большим, хорошим праздником. Спасибо. Дом в микрорайоне Дорожников по адресу Арктическая, 31, строился для переселения людей из ветхого и аварийного жилья, а также для сотрудников полиции и медиков, в том числе и для тех медработников, которые недавно приехали в наш город из других регионов и не имеющих здесь собственного жилья. Марина Сергеева, врач-онколог, ее коллега Юлиана Ярулина, гематолог. Специалисты редкие, для нашего города очень необходимые. Переезжая в холодный, суровый край, они и подумать не могли, что здесь сбудется их мечта о собственной просторной квартире. Мы очень благодарны нашему губернатору. Спасибо за такую возможность, что нам дают жилплощадь и переполнять нас эмоции благодарности. Также слова благодарности главному врачу Кириллу Михайловичу. Да, спасибо, что о нас помнят, о нас заботятся. Нам это очень приятно. Сотрудники полиции тоже рады, хоть профессия и обязывает держать эмоции при себе. Лейтенант полиции Александр Локотков пришел на вручение ключей не один, с супругой и двумя детьми. Они решили вместе посмотреть на новую квартиру, в которую вскоре предстоит переехать. Сегодня здесь они впервые. Мы оставили для себя это секретом, да, небольшим секретом. Ну, когда вручат, тогда сейчас, ну, просто как, интересно потом будет посмотреть. Когда уже знаешь, как-то нет, а когда дадут уже, тогда глянешь, да, тогда уже будет видно. Такой сюрприз для вас. Ну да. Это лишь первый новосел, и вскоре дом, в котором более 300 квартир, заселят полностью. В профильном департаменте уверены, новые жильцы сумеют построить добрососедские отношения и создать уют. Юлия Шаркова, Виктор Ятленко, служба новостей «Импульс».